Хей, йоу, всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы проверим, сколько я получу опыта за 100 убийств только при помощи USP. К вашему вниманию представляю просто нереальный сервис под названием standrop.com. Именно тут вы сможете по самым дешевым ценам выбить самые крутые скины. Кейсы вдвое дешевле, чем в игре. Также тут много разных крутых режимов. Ссылка в описании. А по промокоду Кент вы получите двойной депозит. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе. И сегодня мы проверим, сколько я получу опыта, если я буду убивать всех противников только при помощи USPS. Ребята, это будет очень круто, очень интересно. Тем более, я знаю, что данная рубрика вам очень-очень нравится. Поэтому, пожалуйста, поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, команда спецназа, идите, я буду вас всех убивать. Опа, первый пошел. Так, ребят, пожалуйста, не двигайтесь, потому что это крайне сложно. Ох, нифига себе, вот это я раздаю. Ох, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, ребята, мне крайне интересно, сколько я получу опыта и получу ли я опыта больше, чем в прошлый раз. Для меня это очень важно. Если вам также интересно, то напишите об этом в комментариях. И еще, ребята, давайте пройдем небольшой интерактивчик. Прямо в эту секунду поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько опыта я получу. Лично я думаю, что я получу 3500 опыта. Но, ребят, кто его знает, поэтому, пожалуйста, напишите, как вы думаете, сколько я получу опыта. Прививочка пошла, опа, первому сделал, второму сделал. Так, ребят, по мне стрелять не надо. Это категорически запрещено. Ох, вот эти раздаю. Опа, опа, опа. Кстати, вы заметите, что я стреляю только в голову. Возможно, из-за этого я получу опыта еще больше. Хотя, кто его знает? Так, ребята, и у нас запрятался наш последний игрок. Лорд, иди ко мне. Опа, и все. Раунд номер 2 опять за Кента ПК. Ну что же, раунд номер 3. И опять я буду всех убивать. Так, пацаны, становимся в очередь. Опа, опа, шпунь. Так, я не понял. Пожалуйста, по мне стрелять не надо. Я надеюсь, вы понимаете, в чем прикол данной рубрики, поэтому по мне стрелять не надо, иначе, ребята, вам будет бобо. Так, ребята, и... Черт возьми, кого я не убил? Кто запрятался? Идите. О, блин, пожалуйста, не надо так делать, я тебя очень прошу. Ребята, третий раунд и стата 27-0. Как обычно, безупречная игра, ребят. Это было, конечно, тяжело. Они отбивались как могли. Но, ребята, Кента пока побеждает. А ну-ка, ребят, давайте прострелом убью нескольких. Ради интереса убью прострелом. А ну-ка. Ох, минус 2. Это было красиво. Там кто-то стреляет, ребят, пожалуйста, стрелять не надо, а то мне очень-очень страшно. И прятаться от Кента ПК тоже не надо. Ну куда ты прячешься? Ну вот есть адекватные люди, а вот есть такие люди, которые хотят получить бан после съемки. Вот, ребят, поэтому я бы на вашем месте не прятался. Давайте, опа, enjoy. Опа, шпуньк, и опять кого-то не хватает. Добрый вечер, я диспетчер. Такс. Также, ребята, я напоминаю, что все ваши идеи для будущих видео вы можете предлагать мне в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ох, прострелом убил, вот это было эпично. Так, пацаны, в очередь, братанчик, в очередь, опа. Убили, и тебя убьем, всех убьем. И опять кого-то не хватает. Ну вот куда ты прячешься, Энджой? Не будь плохим мальчиком. 5-0. Стата 45-0. Ребят, честно говоря, у меня такой статы никогда в жизни не было. Обожаю снимать подобные видео. Надо почаще их снимать. Каждый день по 2 раза. Тогда будет у меня вообще нифига себе КД. Блин, это кто меня слепил? Ну, ребят, имейте совесть. У нас тут не дискотека. Давайте лучше я вас буду всех убивать. Опа. Пока что, ребята, все идет просто идеально. Все как по маслу. Никто не вылетает. Все хорошо. И, тем не менее, уже... идет шестой раунд. Это очень хорошо, потому что уже скоро мы узнаем, сколько я получу опыта. Ох, как же мне интересно. Ребята, ну-ка, встаньте по приколу все вместе в ряд. Попробуем всех убить прострелом. Давайте, ребят, все в ряд. О, вот так. О-о-о-о-о! О, идеально, минус 3. Ой, вы красавчики. Так, опять. О, давайте буду всех убивать прострелами. А ну-ка, друг через друга остановитесь. Опа. Блин, промахнулся. Так, блин. О, стой. Так, у меня есть идея. А ну-ка. Лол. ГГВП. Ребят, давайте сделаем небольшой интерактив. В этом раунде все покупаем дымовые гранаты. Давайте все дымовые гранаты покупаем и просто их кидаем где-то возле меня. Я, ребята, буду вас пытаться убить. Давайте, это наш будет последний раунд. Наш заключающий раунд. Только, пожалуйста, не слеповые.
Так куда говорю, не слеповые, дымовые гранаты. А, блин, опять. Ох, нифига себе, никого не вижу. Ох, блин, пацаны. Так, так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нифига себе. Пацаны, по мне не стрелять, в рофлить, тебя кто-то чуть не убил. Мать моя женщина. Вот это бред. Так, стойте на месте, ребят, без лишних движений. О, патроны закончились, патроны. О, у вас, фух, спасибо. Так, ну что же, буквально еще два убийства, и я узнаю, сколько я получу опыта, если я, ребята, буду убивать всю каточку только при помощи USP. Я напоминаю то, что в прошлом видео мы, ребята, получили 3550. Ну что же, момент истины, и сколько я получу опыта, а ну-ка, так-так-так, смотрим, ребята, держим кулачки, затаим дыхание, и я получаю, так, обалдеть! 3600 опыта, обалдеть! Ребят, я получил на 50 опыта больше, чем в прошлом видео. Хотя там по факту все было точно так же всех убил, но я получил на 50 опыта больше. Ну что же, большое спасибо вам всем за просмотр данного видеоролика, обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока! Пока-пока!